Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Даев, и мы продолжаем наше увлекательнейшее путешествие и выживание в игре 7 Days to Die Alpha 19. И у нас целые B169, прям как это, знаете, как коктейль B52. То есть один раз и 52 раза B. Так, это хорошо, это хорошо. Это мы достроим, кирку надо починить. В общем, дело у меня, как всегда, не в проворот. Туда мы будем выскакивать, сюда мы делаем железную лестницу. Ибо это будет наша запрыжечка. Музычка приехала. Спасибо большое, музычка. Я по тебе скучал, честно, октябрецкая. Майнкрафт меня полностью. Майнкрафт меня нежно. В общем, посмотрим сейчас. Эпс. В общем, запрыжечку надо делать, да? Запрыжечку, 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 запрыжечку. Ночью опять ко мне никто не приходил, и нам, наконец-то, скорее всего, пофиксили волков и страшных-страшных тварей. В общем, сюда я, наверное, буду отстраиваться, а сюда я буду, наверное, выбегать. Но это не точно. Так, где мне меньше копать? А, в принципе, я идеальное себе место нашел. FPS, кстати, у меня стал почему-то повыше, но это не точно. Извините, еще раз начинаю это. Фраза паразит. Ладно. Ладно, ладно, я есть хочу. Есть хочу. Папаня. В общем, есть у меня и нечего, да? Надо сходить и купить себе сдюков. И починить себе кирку. Давайте ее починим сразу же. Что мне еще пригодится починить? Тебя тоже починить. Тебя тоже починить. И все мы починим. Это ее туда-сюда. Это сюда-сюда-сюда. Это сюда, это лишнее, лишнее, лишнее. Сейчас все лишнее скинем. Что нам, в принципе, не пригодится в нашем небольшом путешествии. Это будем жрать. Кушать хочется. Ой-ой-ой, хочу. Так, ладно. Немного воды есть. И это меня несказанно радует. Лопату. Лопату не починил. Все, как раз у меня последняя ремочка. Где? Все мои чиненные это. Эй. Эй. Куда дел? Ух, японский бог. Как же это все долго. Ладно, пока нальем себе водицы. Так, посмотрим. Может быть, кто-то есть. Обещают дичайшие пролаги во время передвижения и резких поворотов. Но пока что ничего не вижу. Пока что меня все устраивает. Пока что красота. И не скажу. Ладно, извините. Бывают слова-паразиты. Такое ощущение, что смыл. Ладно. Так, на чем мы остановились? На том, что мы можем их рубить, кромсать. Кто это? Кто ты такой? А, ты мяу. А я... Ах ты суп, ты невкусный ты. Ты чё такой, блин, этот... Невкусный суп. Я тебя поцелую. Ну, пошел. Чё-то они... Прям это... Вы смотрите, злой какой попался. Ух. Ух, ух, убяка. Убяка-то. Так, на чем мы остановились? На том, что у меня, в принципе, есть, и можно спланировать себе делать... На том, что у меня есть очко. Очко у меня есть. И я, кстати, взял себе мой интеллект. Я теперь умный, тупоголовый, если быть точнее. Но мне это нужно для мастера на все руки. Очка у меня, к сожалению, на мастера нет. Сейчас мы сбегаем к торгашу. По-быстренькому торговец. Прямо сюда и сбегаем. Так, камешка хочу. Тут скотина взял меня, укусил. Так, это что такое? Вкусно. Да, падают перья, я уже обратил внимание. Спасибо большое всем, кто написал. Так, перлинг, перлинг, перлинг. Во, вот, вот про такие, про фризы. Притом там такие машины, друзья мои, какие мне и не снились. 16-ядерные Intel i9, 64 гигабайта оперативной памяти, 280 RTX и гиг Ева терабайтник SSD. И то же самое получают, так что наслаждаемся и машем. Ждем следующего хотфикса, чего они там нам профиксили. Ох, япона, мать. Может быть, смысл есть выключить потоковые текстуры? Это еще у меня на SSD. Но вот вы знаете, когда быстро не бежишь, все шикарно. Вот прям вот самка динозавра становится. А когда вот что-то прогружает, вот такой звездец. Ну ничего, мы с вами в этой игре, мы с вами многое повидали. Что-то совсем жетот. Жетот у меня тут совсем. И чё, и все время так теперь будет? А я уж тут ночью покопал. Зайка, 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 зайка. Мальчик хочет в Тамбов. А зайка, чики-чики. Ах, я. Еда, еда, вы испытываете жажду. На. Ешь, пей, жуй, орбит.
Так, заяц, волк. Яха! На форуме ноют, говорят, слишком много мяса вам падает. Так включи ты, блин, 25-й лут. Будешь дохнуть с голоду, как и я. В чем проблема-то? В общем, когда быстро не передвигаетесь, все у вас шикарно. А когда быстро передвигаетесь, все у вас плохо. И ужасно. Ладно, ты открыт, что ли? Open the door свой. Занято. Япона, мать. Что это было? Что это? А, меня пнуло под задницу. Ну ладно. Всяк бывает. Ух, какая музыка-то. Противная и долгая. Надо здесь постучаться, кстати. Вдруг здесь есть что-нибудь вкусное. Сейчас они все про того самого. Выходите. Выходите, я вас нашел. Есть кто дома? Мне все равно еще целый час тут развлекаться. О, верстак. А рабочий? Нет, сломанный. Обломись. Обломайся, сколько можно жить, так больше невозможно. Там, по-моему, кто-то копал. А можно что-нибудь одеться? Обуться? Переобуться? В полете. Какое прикольное ведро. Зато у нас есть прикольное ведро, друзья мои. Красота. Блин. У! Есть кто дома? Есть. Да подожди ты. Я! Побежала. Ех! Стрелу отдай. Спасибо. Один ех, и все становится приятно. Так, кто-то подхрюкивает. Слышу. А чё так темно? Кто там? 100 грамм. Так, тут никого. Али, блин, скиты нюх, откуда же ты взялся, дядя? Как дам тебе по челюсти? Я тоже... Ой, япона, мать, а чё ты бегаешь-то? Мы вообще так не договаривались. Да что вы мне все сегодня бьете-то? Я чё вам плохого сделал? Что я вам сделал плохого? А можно, не можно? Так я тебя стрельну. Ух, ёпта. Блин, в смысле, это блин. Утухни! Ух! Злый день псюкатый! Че это? Реинкарнация? А, нет, еще один. А я хочу пить. Это не точно. Так. Извиняюсь. Отвыкну. Я из-за тебя стрелу выплюнул. Ты понимаешь, что это значит? Чпоньк! Дом тебе, саркибузы, блин. По зубам-то. По зубатке-то как дам? Утохни. Утохни, я сказал. Ой, недостаток выносливости. Не ходи на меня. Кто там? Я вот представляю, как он себя чувствует, когда ему по роже прилетает топором. Осуждаю. Но думаю, ему не сильно приятно. Так, что у меня тут? Давайте попьем. Поедим. Жуй. Кушай, сила. Все хорошо. Продолжаем наше увлекательное путешествие. У меня еще осталось 15 минут. Всего лишь 15 минут. В общем, вот так вот пролутывая все вот это вот, пролазивая. В принципе, реально. Где же он был? Кожа. Кожа есть гуд. Сейчас мы кожу-то и продадим. В больших-больших количествах. Детишкам принесла холодильник. Никого. Раковина. О, патронка. Говорят, патронов тоже стало больше. Сейчас мы этому кидать тоже обрезание сделаем, друзья мои. Так. Кто там? А, это, скорее всего, детки там за окном. Простите, пожалуйста, очень жарко, друзья мои. Китаец. Обиделся. Я бы на его месте то же самое бы сделал. Ага, я себя лечу этим, и меня, естественно, того самого. Хорошо сказал. Хорошо сказал, Юрий Александрович. Так, есть кто дома? Нет никого дома. А я с собой ни один факел не взял. Так, рецепи. Свеча. Ну, давайте хоть свечку себе подержим. Так, рецепты, стрела, изготовить. Хорошо. Сейчас у меня через 10 секундочек сделается этот. Так, это же. Нет, это прям потайная комната. Так, сейчас мы себе свечечку поставим. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома никого. Заперто. Я!
Смотрите прям. Говорят, в таких домах живут привидения. Не знаю относительно моторчика. Но, в принципе, чуть такое. Это сундук или это женщина? О, я животное нашел. Трейдер Тулс. Шел бы ты, знаешь, куда? Нет, это, по-моему, какая-то... Я не пойму, это рука или не рука? Нет, это мешок. Фу ты, что ты так орешь тут. Хорошо. И подтишка. Ой, промазал. Наводчик контужен. Где выход? Извините, простите. Тут посветлее. Я брожу тебя, узбагузи. Осторожно, дверь закрой. О, видали, он привидение. Я же говорил, бывают привидения в этом доме. А вы не верили. Вот так вот. Как тебе такое? Мяск. Че это такое? А сколько у него прочности? Ой-ё. Никто не услышит. Слушайте, а это я могу здесь организовать огневую точку. Трейдер Тулс, что ты мне хочешь дать, интересно? Угу. Туалет. Кого-нибудь видим? Вот почему он в этой игре лежать не может, а? Я бы на его месте бы лежал. Порядочный. Сейчас я себе найду себе здесь переключений. Куча хлама. О, доллар. Ай, блестяще ты с... Собака ты злая. Нет, женщина, я не танцую. Блестяще. Да иди в желудок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это пчелы, они делают неправильный мед. Фу, блядь, страшно. Ой, я это вслух сказал. Будем надеяться, что нет. Канале Лерой Дженкинс. Подожди. Не спеши, ты увидишь сама эту драму. О, Виака. Так, с тобой я не хочу. 32 жизни. 33 коровы, и 33 коровы. Извините. Я только спроси. Вы не желаете поговорить о боге? У меня, кстати, получается, да, друзья мои? Кто там? Кто здесь? Идите. Ой, блин. Это было страшно. Нет, не взял. Дебил. Ой, зато у меня есть свечка. Кому свечку держать? Да ладно вы. Я прошу вас, узбагойтесь. Ты чё, дом? Теребонькаешь. Зачем ты это делаешь? Зачем ты теребонькаешь дом? Дали привидение. Моторчиком. Мне это нравится. Иди ко мне, мой спелый хлеб. Слушайте, а я начал приспосабливаться. Ну, правда, когда у меня осталось совсем немножко жизни, но тем не менее. Так, на чем мы остановились? В общем, сквозь двери они проходят. Что? Что? Нашальника? Да. В домах лазить очень интересно. Хлам пусто. А там вот какой-нибудь этот медвежонок вылезет? Или не вылезет? Бу! Бу-бу-бу. О. Мина? Или не мина? Кто скажет? Кстати, некоторые вот апают уровень, а потом вот такие суперсундуки уже облутывают. Ничего-нибудь. Ну блин, ну чувствует моя печень, но у меня не так много времени. Страшно. Медикамент не тронутый, шотган. Вы знаете, друзья мои. Наверное, я так и поступлю. Я вначале апну уровень постарше, для того, чтобы у меня что-то появилось. А, это она отсюда и прибежала. О, сволочь, какая лысая. А тут у нас что? Где моя свеча? Да, свеча, конечно, печальная. Эй! Есть кто дома? А дома есть кто? Никого здесь нет, это просто подпольная это. Яма выгребная. Чтобы вы сюда, опа, и вот так. И хорошо. Так, что у меня по серии-то? 14 минут, полет нормальный. Да, наверное, я так и поступлю, друзья мои. Будем самый лучший лут облутывать уже попозже. Вот там вот сумочка я вижу. Нет, это, скорее всего, не сумочка. Или сумочка. Нет, не сумочка.
Сумка ты нехорошая. Ладно. У меня еще второй этаж есть, кстати. Кстати, 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 кстати. О! Дипломат. Сапоги, друзья мои, сапоги. О, смотрите, какие отражения. Хотя они выключены нахрен, но у меня все равно появились внезапно отражения. Это не точно. Извините. Так, ладно. Угу, угу. Обыскать. Вдруг там будет ацит. Ацит, микроволновка, еда. Вот, в этой игре слишком много еды. У вас столько вот много еды. А, сейчас... Прям, вы знаете, аж со всех сторон сыпется у меня еда. Ладно, пойдемте отсюда. Надо все-таки делать факел. А, кстати, чтобы сделать факел, надо было стукнуть по этой штучке. По этой штучке не будет тряпочки? Нет. По этой не будет тряпочки? Нет. Будут патроны на мою аркебузу. Так, где-то я видел тут этот. Ай, блядь! Тебе щас! Хоррор заказывали? Я тебе дам, хуй. Я тебе сейчас дам, хуй. Выходи. Я начал потихонечку ненавидеть вот этих женщин. Они слишком, это, дни. Понимаете? Там X-Ban. У всех годовые у нас месячные. Отстань от меня. Утухни. Утухни, я тебя прошу. Я прошу тебя, узбагузия. Все, у меня выносливость кончилась. Женщина, я не танцуинг. Еще и бензин не кончается, вы смотрите, что. Бежит как настоящая. Ух ее. Так, пойду-ка я к этому, пока у меня тут дядя будет это. А ему хорошо, да? Я ему сейчас воткну в честь такого праздника. Я! Есть бодичка! Я! Обратили внимание, нет волков. Я тебя нашпигую. Я тебя зацелую. Ой, я зайчика нашел. Ой, я зайчика нашел. Спать. Так, что мне там до уровня? Совсем писечка осталась, да? Тот стучится. Где у меня торговец-то? Я что-то торговца потерял. Я думал, вот это торговец, а это не торговец. Широкую на широкую. Неправильно. То стучится в дверь моя. А, это ты. Экстра быстрый. Экстра слабый. Экстра маленький. Ты мыло не терял? Слушайте, еще один зомбик, у меня будет уровень. И я наконец-то себе сделаю. Я себе сделаю. Welcome to hell, мои дорогие друзья. Тирим, 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 тирим. Суп, ты невкусный. Можно увидеть. Так, поножи из металлолома. Не хочу. То есть, иго-го, у меня 2000, и плюс это вот надо продать. Хорошо. Мушкетон, 16. А, слабой памяти, бронированная сумка. Хочу. Модификация, бронированная сумка. Это хорошо. А что с сапогам? Сопротивление холода, сопротивление жары. Еще можно покрасить. Хорошо. Фугасная реактивная граната. Ну, такой себе. Зазубренное лезвие. Нет. Это меня не интересует. Далее смотрим, что у нас тут. Колун и расхититель могил. И то, и другое у меня установлено. Так. Волчья ягода. Ну, еще мне белины не хватает. Жир. Машинное масло по 200. Мало. Так, отмычка. Молоток гвоздодер. Я тебя услышал. Так, болт. Автомат АК. Ну и как АК. Ну и ку-ку-ку. Роботизированный молот. За 500. Урон от оружия ближнего боя. Чем он стреляет? Гвоздями, наверное. Может, купить хоть это будет. Урон от оружия, это... 11. А чё нет? А почему бы и нет? Хоть посмотрю, как эта фигня работает. Латунь, латунь, не латунь, не латунь. Шлем из металлолома. Но это я могу уже сам себе сделать, если честно. Может, правда купим этот... Этот. А куплю. А куплю, посмотрю, а как работает.
Красота? Вообще пипец. Я тоже о тебе такого же мнения, у тебя же даже рожь сплющила. Закопанные припасы, 300 метров. Прям блокит меня полностью. Сейчас мы проверим, чем эта штука заряжается. Чик-чик-чик-чик-чик. Она ничем не заряжается, она просто это... Ой, простите. Оно само будет это, этим заниматься или нет? Надо попробовать поставить. А, сюда не могу. Так, надо пойти пожрать. В первую очередь. Ой, господи. Мама, вроди меня обратно. Так, кому бы настучать эту штуку? Где мой дом-то? Сейчас, мы покушаем, друзья мои. Немножко покушаем. Полагаем, покушаем. И кому-нибудь это... Нежно. Да ладно, ты не булькай. Не видишь меня тут. Удовлетворятся 2000. Как сейчас на паузу, походу, придется ставить. У меня смехуечек поглотился. Так, вон, видите, у меня уже это... Большой-большой, красивый стоит домик. Волков нет. Волков нет. Все, вымерли. И это хорошо. Так, чем мы занимаемся сегодня? Где мой костер? Так, жареное, вареное. Широкую на широкую. Так, это надо носить. Это надо скрапнуть. Оп-оп-оп. Так, я же, конечно же, выложил себе пули, да? Ну, естественно, Юрий Александрович. Ну, естественно. Ну, как же ты можешь по-другому-то, японский? Так, у меня есть еда. Но это НЗ еда. А, я же не в этой игре. Фу таким быть. А яиц-то нет? А яиц-то нет? Яички! Трли-трли-трли-трли-трли-бум. У меня, кстати, с собой была варена кукуруза. Кукурузня была. Так, одна водичка есть. Использовать. Так, 16. 16, 16, 16. Надо, в принципе, устаканить было все это недоразумение. Денег нет. Ближайшую пятилетку не пригодится. Это мне не пригодится, не пригодится, не пригодится. Надо сделать себе факел. Я вот чувствую, что мне нужен факел в этой игре. Так, это не надо, это не надо. Это, ладно, потом налью. Это можно вернуть себе взад. Свечку можно кому-нибудь подержать. Что хотите, я вам свечку подержу. Вот здесь вот. Вот так вот выжжите. Прям вы знаете. Красота. Так, что у меня по серии? 22 минуты, 33 коровы. Хорошо. Кушай, мой маленький. Все, приготовилось, да? Дошлифуемся вот этим и давайте скипятим сразу же воду себе. Кипятим, если что, нальемся. Так, использовать это кушаем. Лишнее складываем. Надо, кстати, себе уже защиту какую-то делать. А я, к сожалению, все еще торможу. Тормозю! Так, это готово, это готово, это готово. Роботизированный. Так, а что про него вообще пишут? Может быть, не все сильны в кулачном бою, зато разбирается в технике. Его можно установить на землю с помощью дополнительного действия. Ремонтируется с помощью Так, дополнительное действие. То есть так вот его можно поставить. О, смотрите. Оно будет само втыкать? Интересно. Очень даже интересно. Так, что у меня жарится? Вода пожарилась, пускай жарится. Не жалко. Старых друзей здесь кончились эти. Вот щичка не горит. Не горит щичка. Это плохо. Шишка, не шишка, но бугорок. Так, что я хотел? Дринг, дринг, дринг. Дринг, дринг я хотел. Давайте половиночку, наверное, пустим все-таки в переплавку. Не в кому просто так тут развлекаться. Так, поехали. Мы будем копать. Мы будем копать. Мы будем танцевать, а ночь такая разная, хорошая опять. Так, что-то я сегодня распевся. Куда выкинул? Куда выкинул? Куда дел? Вот он. Фу ты, напугался. Так, хорошо. Воткнем. А где мини-игра? Отлась меня полностью. Арк меня нежно. Так. Вроде так бегаете, где построек-то нет, так оно и не прогружается. Надо потоковую будет передачу выключить, потестить. Потестить. Так, дядю вижу. Думал, это большой бык. Это не бык. Что-то я прям отважно так поскакал.
Знаете, что-то мне подсказывает, что это, наверное, зря я так быстро бегаю. Ибо грядет. Там-та-там-та-там-та-рам-парам-парам-па-пам. Так. Одно гнездо. Летает, кстати. Обратите внимание, не опознано летающее гнездо. Так, что у нас есть? Ох, япона мать. И птичка, и зайка, и ашкин кот. Еще бы в траве бы не бегали, вот цены бы им не было. Там-па-там. Пум. Что мы хотим, зайку или курочку? Рябу. А, рябу хочу, она вон на это, на асфальт вышла. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну остановись, петушок. Петушок, петушок. Золотой ты. Грибушок. Трибушет. Я сделал. Подай трубу. В общем, покушаем. Так. Так, кому бы вставить, а? Что-то мне уже хочется этот мой проверить. Внеплановый втык. Ну что, нет что ли никого? Эй. Эй, ковбой, что с тобой? Разве ты не понимаешь, что моя корова в лес ушла? У меня тут совсем немножко времени осталось. Так, вы ничего не обнаружили? Обнаружили зайку? Ну ладно. Без зайки обойдемся. Так, куча. Куча, 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 куча. И нет никого. Что-то как-то подозрительно нет никого. Вам так не кажется, мои дорогие друзья? Па-та-пум. Небольшой, кстати, кружочек-то. Прям смотрите. Прям. Начать и кончить. О, слышу кого-то. Кого-то слышу. Нет, детей-то на улице, это ладно. Дети в школу. Простите, пожалуйста, но правда реально жарко, прям, ну невыносимо жарко уже. Уже такие мечты у меня прям, вы знаете, нездоровые о кондиционере, просто прям деваться некуда. Ладно, сейчас мы тебе вставим. Не попал? Не попав? Ух, еб. Подожди. А, я выносливость не трачу. Ах ты, суп! Я тебя зацелую. Любую женщину. Прям, вы знаете, можно это. Стой, так я все улажу. Мне это нравится. Да сук! Суп! Я хотел сказать. Так, а я тебя сейчас поставлю. Я тебя сейчас поставлю. Так. И чё, не ставишься? Опа! Наблюдание! Еха! Классно. Удовлетворитель 2000. У вас есть очко. Подобрать пучку. Слушайте, а вещь. Воткнуть ее себе и пускай на кого-нибудь там это развлекает. Совершенно спокойно можно заниматься всякой... всяким непотребством. Ну вот, наконец-то мы до это. И у меня две таких вот проблемы. Я могу себе взять... Нет, не могу. Я могу себе взять продвинутое проектирование, сделать бетон-мешалку и прочие гадости. Создание предметов и верстак. А также я могу себе взять расхитителя. Два дополнительных варианта наград за выполнение заданий и больше издюков. Ну, такое себе. Ладно, сейчас мы покопаем, пока это очко мы себе затарим. Посмотрим, сколько мне опыта насыпет. А я ставлю на паузу. Так, друзья мои, мне даже очень сильно повезло. Долго очень сильно не пришлось копаться. И вот он, сразу же клад, клад, клад. Сразу же мы его отсюда коммунизим. Опа, и выбегают, и меня пытаются съесть. Хорошо, что мне там насыпало, неизвестно. Вещь прекрасная, вы знаете, вот прям вот... Ух ты, японский бог. А чё у вас так много-то? Над нами пол... О, еда, еда. Вот ту еду хочу. Кстати, вот можно... Уходи. Не подходи ко мне. Я обиделся. А их можно стрелять в этот момент. А, хрен там попадешь. Посмотрите. Бах-бах, и ляжки в крошках. Прелесть. Я нашел себе
Имбу! Интересно, мне опыт за это дают? За то, что не я убил. Прям в этот. Видели, видели, видели. Прям под дых. Дети. О. Да, опыт дается, друзья мои. Ай! Подобрать пушку. Да что ты делаешь-то? На Е надо подбирать. Так, у меня олень убежал? Нет, не убежал. И это хорошо. И птичка. Так, ты же будешь кровоточить? И сдохнешь. Но это не точно. Извините. Куда он делся-то? Олень. Олень-то олень, блин. Это мы можем так себе наставить этих самотыков. И прям наслаждаться. Куда он делся-то? Эй, морда оленья. В моей стране оленей. Все, убежал. Сволочь. Ладно, у меня есть зайка. У меня есть мед. У меня есть кукуруза. У меня нет кукурузы. Нет, есть кукуруза. Сейчас посмотрим, что мне поздюм дадут. Вы знаете, наверное, все-таки есть смысл. Есть смысл, скорее всего, взять две награды. А на следующем уровне все это... В принципе, пятый день, и у меня самое начало 10 утра всего лишь навсего. Так, а я запись-то включил, философ-оратор. Вроде как включил. Сейчас меда наедимся. По крайней мере, хоть меда наживемся. Будем большими мишками. С большими шишками. Так, кукуруза хорошо. У меня, кстати, появилось очень-очень много стрел. Давайте их сразу изготовить. Так, куда мне ходить? Сейчас какую-нибудь зайку еще запилим. Зайку мне запили. И надо уже шипы делать. Вы знаете, это классная вещь. Я теперь буду всегда скупать эту дрянь. Прям однозначно. Так, курицу вижу. Курицу и пьюцу. Так, то я не убью, это однозначно. К превеликому сожалению. Да ладно ты, ну не хочу я тебя. Эх, так и живешь. Развлекайся. Запинаем вдвоем. С ноги. Свертуха на вщи. Пошли со мной. Классно. Однозначно. Олень, а может тебе это? С этой, с берданки. Нет, с берданки не получится. В головку. Хрена, не попал. Он аж охренел. Что? Вать. Вот кинайду. Ебой. Так, этого оленя надо запилить. Олень, олень, олень. В моей стране олень ей. Хорошо, волков нет. Где мой олень? Олень, вижу. Сейчас полагаем немножко, друзья мои. Нам все равно по пути. Тише, тише, тише. Тише будь. Сегодня нет никого. Тебе показалось, это был комарик. Укольчик. Все, угомонился. Подходим. Так, 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 так. Так, осматривается, осматривается. Мы... Так. Ух, ебой. А, еда, 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 еда. А где мои стрелы? Сожрал. Это он так прозвучал? Чтоб тебе хреново стало. Вот, смотрите, и курочки, и зайчики. Чем дальше в лес, в общем, чем больше времени проходит, тем меньше у вас будет всяких курочек и зайчиков, имейте в виду. Но к тому времени у нас уже будут снайперские винтовки, и мы сможем питаться уже волками. Волками и с собаками. Так что прям красота. Сейчас посмотрим, сколько сдюков даст. Так, 10 утра. Делаем ставки, господа. У меня совсем одна... Сколько тут клеточек-то? 6, 7, 8. По сути дела, 1/8 у меня сейчас уровня. И это всего лишь за 2 часа. 1/8, да? Эх. Так, это не то. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Расхититель.
вы получаете два варианта за выполнение заданий на 10% больше дюков. Чтоб не думалось. Я вот понял, что в играх чем дольше думаешь, тем меньше получаешь. Какая у меня штучка. Мужик, отдай штучку. Я еще хочу. Их буду у тебя скупать оптом и в задницу. Хорошо-то как. Так, что у меня по серии-то? Практически кончили. Кончил, не кончил, 3 минуты. Так, сам ты дурак. Модификация сошка. Модификация тактический фонарь, антибиотики. Ну, такое. 56 дюков, модификация сошка. А на что она ставится, интересно, сошка-то? Так, тактический фонарь. На любое огнестрельное оружие или арбалет. Для включения нажмите Ф. Для выключения нажмите Ф. Та. Чё мне лучше, сошку или фонарь? Точность при наведении. Ну, сошку я на лук-то не поставлю. Я представляю, что такое сошка-то. Ладно. Да ладно, ты не бурчи. Ладно, давайте фонарь возьмем, все-таки это. Есть какая-нибудь работа? Принести, принести, принеси, подай, пошел это. Нафиг не мешай. Так, что мы имеем? Так, набивные сапоги не хочу. Револьвер Магнум за 6000. Ну, такой себе. Зазубренное лезвие просто ставить некуда. Угу. И по оружию сразу смотрим. Железная стрела, охотничий нож. 280. А что тупим-то? Забирай. Забирай, уноси. Хорошо. Сочка. Ебай. Я о тебе точно такого же мнения. Сейчас посмотрим, что у него есть пожрать. Так, а эти все автоматы такие же? А, тут нет никого. Тут все занято. Бетон-машалка. Так, я же здесь лазил. Или не лазил? Использовать. В общем, здесь я у него и плавить могу сразу себя. Сейчас, мы тут больше чем уверен, чего-нибудь не прошли. Музычка нравится. Нет, все-таки все прошли. А счастье было так близко, так близко, так близко. Мы, в принципе, можем себе позволить разграбить дом напротив. Но... А, в принципе. Дайте-ка подуматься. Так, здесь я могу чем себе? Только пожарить могу себе. Хреново. Гать Петрович, хреново. И у меня кончились деревяшки. Нет, а чё ж тебе надо? А чё ты не делаешь-то? А, у меня эти... Типоньки кончились. Хорошо, я тебя услышал. Так, дом напротив. Это какой я тут дом лутал? Кто мне скажет? Какой из ваших домов был напротив? Это... У меня, в принципе, сейчас на уровень старше я стал. А какой я вообще уровень? Дяденька, дяденька. Ух, какой же ты страшный. 7-й уровень. Так, 0 смертей. Заряжай. Даже не риснулись. Вы только посмотрите, какая прелесть. Прелесть, какая гадость. Ну что? Мне кажется, оно стоит того. Да, нет никого. Дома. Давайте смотреть. Патрушка. Шприц. Лечебный. Сумка с оружием. Не тронута. Ух ты! Гранату дали. В волну пригодится. Это хорошо. Лук. Я твой отец. 3-й уровень. И 2 арбалета. Все, я тебя услышал. Лук 3-го уровня мне устраивает. Это значит скраб. И на него может быть поставиться. Модифицировать. Нет, не лезет. Не лезет, не лезет, не лезет. Жалкость. Жалкость, жалкость. Ну ладно. Так, а это у меня динамит или граната? Самодельная бомба. Так, самодельная из пороха, стеблей и травы. О-о-о! Ребят, мои дорогие, я, кажется, понял, чем я тут буду воеваться. Вот тряпочка, что ли, себе надел. Че я из тряпочек хотел наделать? Кто мне скажет? Ой, товарищ Даев, ты хотел себе из тряпочек заканчивать серию. Ну что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики. Холдберг, где бир? Где мой бир? Что ж, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами был Даев, подписывайтесь, кто не подписан, будет еще много всего интересного, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, извините за лаги, но всем вам повыше FPS, поменьше багов, лагов, всего самого лучшего, всем приятной игры, всем до новых встреч, всем пока-пока.
Обожаю. Всем пока. Куда же мне что?